Удивительно, что человек, когда уходит, умирает, он вдыхает, но не выдыхает. То есть, как бы он вдохнул, и все. Мам, ну приснилась тебе бабушка, и что? Это какой-то и что? Бабушка приснилась, как живая. Между прочим, сказала, что это очень важно. Надо взять Веру и поехать в Нордон, в деревню, встречать Новый год. Мам, ну какой Новый год в октябре? Почему нельзя встретить Новый год в Новый год? Вера, я тебя очень прошу. Ради меня можно? Вера, я очень давно хотела с тобой поговорить. А что вы думаете по поводу обучения Маши? Ничего не думаем, ей уже 15 лет. Пусть сама решает. Вера, как сама решает? Да. Так. Я у мамы спрашиваю, как юбку одеть. Какую юбку одеть? А сама решает, да? Она куда будет выступать, вот скажи? Она видеоблогами увлекается. Слушай, ну я не знаю, но эти ваши творческие профессии, вот они. Она как деньги будет зарабатывать видеоблогами? Как повлиять-то можно вообще? Так, я вот здесь нашла курсы МГУ. Да, вот. Сейчас напишу телефон. Экономический факультет. Мам, я тебе говорила, мы влезать не будем. Это ее жизнь, ей выбирать самой. Ну и что? Вер, я не понимаю, что вы за родители. Прости. Ты сама. Вот живите мне какие-то, а? Как-то Сергей, что ли, как-то повлиял. Да ну что с ним взять? Вам жить с этим. Вер, ты-то. Ты же мать. Так, бери, звони. Мам, я за рулем. Ой. Ну что там? Дай мне 5 минут. Господи, боже мой. Туда. В другую сторону крути, Вер. Ай! Ой, Вер. Ой, Вера. Господи. Где ключ? От машины ключи где? Ну, не знаю. Ну, откуда я знаю, господи? А кто знает? Ну, не знаю, я не знаю. Все время все как ты хочешь. Ты же лучше всех знаешь. Как жить, когда замуж выходить. Интересно только, почему отец к другой женщине сбежал? Что? Ничего. Ах ты. Какой женщине, а? Это невозможно. Я с самого детства себе говорю, молчи. Ничего не говори, только не отвечай. Потому что если хоть слово не так, все, ты обиделась. Хватит! О! Что? Что? О!
И зачем меня в математический кружок отдала? А институт? Юрист надежный, денежный. Мам, кому это надежно? Я 10 лет заключаю эти договора, эти дверные ручки. Кому это надо? Вера. Я танцевать мечтала, мам, понимаешь? Всю жизнь я мечтала танцевать. Я, между прочим, сколько ночей не досыпала. Я, когда ты болела, у тебя ножка болела, я старалась как лучше. И вообще, я знаю, что не самое лучшее. Не надо как лучше! Вера, мама, как не стыдно. Надо как лучше! Дай мне самой! Понимаешь? Самой! Вера. Самой. Вера, куда ты бежишь? Мам, нам нужно найти кого-то, кто нам машину починит. Ты же голодная, ты же с утра не ела. Ну, давай пообедаем. Вера, Вера, ну рыбу-то можно. Я уже не надо хочу. Есть, ты не можешь. Ой, не хочу, я не хочу. Давай ешь, Вера, ну что ты, я не понимаю, ну это в секте ты что ли какой-то? Я не хочу. Какой-то? Не хочет она, у тебя салат, это йога. Привет. Свет. Привет. Интересный мужчина. Повезло нам. С машиной помог. Я разбирала вещи старые у нее дома и нашла дневник. Ее дневник. Мои слова. Ну, моими же словами, которыми то, что я проживала, то же самое. И она так же страдала и переживала, я думала, она вообще, ну, то есть... Не знаю, что такое любовь. Ну, потом выросла и встретила его. Маме он показался бабушке. Надежно. Ты его любила? Любила? Боже мой, все как улетело-то, а? Вера, слушай, как я пела. А бабушка мне сказала бухгалтером быть. Боже мой, что ж получается такое, что же я как... Вера, прости, Бучка. Мам, ничего. Ой, прости, моя огонь. Прости. Мам, да ты самая лучшая. Вот так вот бывает. Ой. Помнишь, бабушка эти огни очень любила такие? Да. Жалко, свет отключили. Ну, давай. Промотаем. Лесу она росла зимой, и летом стройная зеленая. Мама! Вот что теперь? Мы ждем какой-то знак от бабушки или что? Да нет. Никакого знака не было. В смысле, не было? Ну, два дня назад позвонила эта Людка, соседка. Сказала, что папа женится, и я все придумала, чтобы с тобой поболтать. А тебе некогда все время. Мамочка, ну прости. Ой! Ну, вообще... Она жила мной.
на самом деле. Удушающе это. Она все знает, как сделать, все знает, как везде лезет, во все свой нос. И не скажешь, ведь, ну, она же добра желает. А потом я просила у нее прощения за все, чего не сделала, и за все, что сделала. Что мало проводила времени, что не слушала, не слышала. Я очень чувствовала это, что она себя не принимает. И поэтому я ее не принимала. И себя не принимала. И вот эта цепочка вот так вот из поколения в поколение. Так страшно повторить, я так не хочу. Такой мир у нас, что нужно результат, 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 результат. А как, чего? Как ты к нему шел? Ты чувствовал что-то, когда ты шел по этой дороге? Схватить что-то. Вот я хочу чувствовать. Это очень трудно. Очень. У нее большие глаза. Она такая миниатюрная. Аккуратненькая, стройная. Очень красивая улыбка и смех. И у нее красивые руки. Вот я любила шоколадный бисквитный пирог. Она еще зебру делала. Тоже, ну вот, ванильный, шоколадный, ванильный, шоколадный. Занимаешься своими делами, что-то делаешь, делаешь, делаешь. Вдруг на экране телефона видишь «мама». Ну или у кого как там написано. Думаешь, мам, ну можно не сейчас? Я не могу, у меня руки мокрые, грязные, не знаю что. Потом отвечу. А когда человек уходит, так хочется увидеть на экране